Алена, привет! Привет, Олег! Сегодня мы в отеле Alva Donna World Palace. Я когда узнал, что мы будем здесь, у меня такие воспоминания нахлынули. Дело в том, что я когда-то здесь отдыхал с семьей. Но я был совсем-совсем маленьким, и для малышей тут было так много развлечений, что просто ууу! Но при этом я так завидовал взрослым, ведь для них было не меньше развлечений. Да, Олег, я тебя понимаю. Отель ведь разделен на две части, на детскую и взрослую. Детскую ты уже посмотрел? Я предлагаю сегодня посмотреть взрослую, изучить ее. Конечно, ты ведь совершеннолетняя. Пойдем. Отель расположен в курортном местечке Кириш, в 6 километрах от города Кемер и в 65 километрах от аэропорта Анталии на берегу моря. Общая площадь территории отеля составляет 107 тысяч квадратных метров. На территории отеля расположено несколько корпусов. Дизайн отеля впечатляет. Его монументальный фасад и роскошный интерьер сразу дает понять, что это отель высокого уровня. Вы можете выбрать проживание в корпусах с видом на зеленые лужайки или сад, либо выбрать номер с видом на бассейн или море. Для семей и больших компаний предусмотрены двухкомнатные и двухэтажные номера с дополнительной ванной комнатой и просторной террасой. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания и замечательного отдыха. Развлечений в отеле предостаточно, причем как для взрослых, так и для детей. На территории отеля 6 открытых и 2 закрытых бассейна, 4 водные горки, а также детский бассейн на пляже с морской водой. Кроме этого, детишки могут проводить время в детском клубе. Там царит замечательная атмосфера, проводятся творческие занятия и профессиональные анимационные программы. Пока дети веселятся в мини-клубе, взрослые могут расслабиться в прекрасном спа-комплексе. Здесь встречают гостей с улыбкой и приветственными прохладительными напитками. Есть также витаминный бар с большим выбором свежевыжатых соков. Бесплатно к посещению хамам и сауна, а за дополнительную плату можно воспользоваться услугами профессиональных массажистов. Если вы хотите позаниматься спортом, то для этого здесь есть замечательный тренажерный зал и крытый бассейн с джакузи. Кроме этого, поддерживать тело в хорошей физической форме можно на дневных занятиях по йоге, которые проходят на зеленой лужайке с видом на море. Дети и взрослые также оценят большой амфитеатр, где проводятся разные шоу-программы. А также отель Alva Donna постоянно приглашает с концертами звезд российской и зарубежной эстрады. Для деловых мероприятий в отеле имеется конгресс-центр с оборудованными конференц-залами вместимостью до 1500 человек. У отеля частный песчано-галечный пляж с бесплатными шезлонгами, зонтиками и Wi-Fi. Ох, хорошо здесь, такой классный пирс. Здесь, кстати, их целых два. Один из них предназначен для релакса, отдыха. Можете позагорать на солнышке, ну или искупаться в море. А еще один пирс предназначен специально для швартовки личных яхт. Кто же знает, может быть, лет через 5 я сюда вернусь на собственной яхте и зайду уже, так сказать, с моря. Пляж отеля отмечен голубым флагом. Здесь чистейшая бирюзовая вода и пологий безопасный вход в море. Загорать, плескаться и веселиться – сплошное удовольствие. Для любителей активного отдыха на воде есть гидроцикл, парасейлинг, катание на катамаране и прогулки на фрегатах. Здесь продумано все для веселого и запоминающегося отдыха. Например, если вы хотите романтики и уединения, то можно арендовать красивые беседки за дополнительную плату на VIP-пляже с белоснежным песком. VIP-беседки очень милые. И мне здесь очень нравится, что есть вентилятор собственный, душ, шезлонги, на которых можно загорать хоть весь день. И очень приятно, что вот такая вот красота ожидает каждого, кто посетит эту беседку. Да, ну и, конечно, не забывай про собственный сейф, мини-бар и личный официант, которого можно вызвать, просто нажав кнопку, что я сейчас и сделаю. Официант может принести любые напитки и еду из снэк-бара. Вообще, официанты могут выполнить практически любую просьбу гостя, так как отель следит за тем, чтобы отдыхающие всегда были сыты и довольны. А что касается еды, так поесть здесь можно в течение дня в барах, которые разбросаны по всей территории отеля. Это и снэк-бары, и кафе у бассейна, и бары с видом на пляж, в которых есть и закуски, и мороженое, и всевозможные коктейли. Плотно поесть, позавтракать, пообедать или поужинать можно в главном ресторане, где предоставлены великолепные блюда турецкой и международной кухонь.
диетическое меню и детский стол. Один раз в неделю по предварительной записи можно поужинать в романтической обстановке в любом из 7 ресторанов а-ля карт абсолютно бесплатно. После ужина вечер можно продолжить в уютном пиано-баре, наслаждаясь любимыми напитками и божественным звучанием рояля. Олег, ну так. Что, ты вспомнил детство? Слушай, конечно, я вспомнил детство, но и сегодня я еще и погрузился во взрослую жизнь. Мне так понравилось, ты себе не представляешь. Это хорошо, это даже замечательно, я бы сказала. Давай перейдем к звездам. А давай. Первую звезду сегодня мы поставим за VIP-беседки с отличным сервисом на пляже. А вторую звезду поставим за детский клуб. За детский клуб, да. И, конечно же, я бы туда еще добавил детское специальное меню. В ресторане есть повар, между прочим, русский, который готовит еду для ваших детей. Абсолютно любую, которую вы захотите. Но отдельно стоит отметить атмосферу в этом отеле. Классическая музыка, лебеди, черные, белые. И везде так зелено, так приятно просто прогуляться. Отдельная звезда. И еще одну звезду сегодня мы поставим за пирс. Точнее, за прекрасный вид с пирса, за кристально чистую, голубую, морскую воду. Ну и заключительную звезду на сегодня мы поставим за продуманность этого отеля. Ведь здесь есть две зоны – для взрослых и для детей. И никто никому не мешает отдыхать. Подведем итог. Отель у нас молодежный. Но я бы сказал, конечно же, отель еще и семейный. Ведь для детей и для взрослых здесь развлечений предостаточно. Но так как я в этом отеле первый раз, я думаю, я еще сюда вернусь. А ты, наверное, уже со своими детьми. Да, я думаю, и со своими детьми, и с детьми моих детей. Здесь, правда, очень круто. Хорошая перспектива.